Студия Bestracer представляет педальный блок Cobra GT2, специальная версия под кокпиты PlaySeat Challenge. Убирается нижняя подставка, которая служит для крепления педалей, и интегрируется эта трубка, которая держит педали в эти педали. Специальное расстояние, такое же как PlaySeat, 22,5 сантиметра между отверстиями. Ширина между педалями 14,5 в среднем положении. Можно по сантиметру увеличивать с каждой стороны, то есть 16,5 максимальная будет, и можно также их сужать. Также, если посчитать по накладкам, 12,5 будет в среднем положении. В широком самом положении будет плюс 2 сантиметра, 22,5 сантиметра. Вот такие прекрасные педали, которые интегрируются в ваш кокпит, если у вас есть кокпит челлендж. Такая вот раскладушка переносная, можно легко убирать, закреплять при помощи болтов, и отлично они смотрятся у вас на кокпите с новой тормозной системой, с удобными накладками, ковриком. Просто класс. Bestracer.ru